Ну, вы знаете, что тот, кто придумал, заслуживает $1, тот, кто сделал, заслуживает 10, а тот, кто продал, 100. Тот, кто продал, 100. Продавать выгодно, значит, надо уметь продавать. Желательно продавать с помощью инструментов, таких, например, потрясающих инструментов, как интернет. Одна из лучших форм продажи через интернет, на мой взгляд, с помощью блога. Ты ведешь свой собственный блог, раскручиваешь его, туда заходит много людей, и ты продаешь то, что ты считаешь нужным продавать. Почему у тебя будут покупать, и почему это выгодно и интересно? Потому что блог создает ощущение доверия. Блог дает возможность тебе познакомить людей с собой. Блог формирует доверие к тебе как к личности, а покупают прежде всего продавца. Итак, откуда я это знаю? Я видел однажды блог. Ведет парень в Доминикане. Просто рассказывает о себе, о своей жизни, о том, как он приехал туда, какие трудности были, как он любит свою жену, выкладывает фотографии со своей женой вместе, где они путешествуют. В общем, подробно и искренне рассказывает о себе. И потом вдруг говорит: а вот у нас тут есть у моего товарища дом продается, кто хочет, пожалуйста. А потом второй. А потом я узнаю, что этот человек с помощью своего блога помог некоторым людям сделать приобретение в недвижимости в Доминикане. Получил комиссионные за это, неплохие. Он не специалист в области недвижимости. Он не настоящий продавец. Он блогер. Но он сделал одну очень важную вещь. Он сформировал доверительные отношения. Завязалась переписка, общение. И люди, не глядя, удивительная вещь, не глядя, купили эти квартиры, эти дома, вернее. И меня это натолкнуло на очень важную мысль. Обычно продавцы делают сайты, выставляют на них свои объекты. Ну, и риэлторы, недвижимость продают таким образом. Мертвая, неживая, глянцевая, рекламно-красивая изображение. Требуется колоссальные усилия, время и масса денег для того, чтобы продавить и найти в огромном числе посетителей тех, кто купит. А блог позволяет вам сформировать такую атмосферу, как я уже говорил, когда ты знаешь автора, ты ему уже доверяешь, ты просто его уже знаешь близко. Ты можешь с ним пообщаться и потом что-то через него купить. Послушайте, вот недвижимость через блог, например, приборы через блог, да любые другие продукты через блог. Давайте попробуем и посмотрим, как это будет выглядеть.